Между двух утесов горных краснодевица плутала. Обойти нельзя Вуоксу, перейти нельзя и Матру. Тьму пустил над ней Турса, вековечный заклинатель. Захотел похитить деву, увести на дно морское. Будем тебя изучать, твои способности. Я не знаю, как это получается, но само. Точно что-то сверхъестественное. Мы хотим построить новое общество, в котором будут жить счастливые, трудолюбивые люди. А можно ли ваше открытие использовать для тренировки и обучения наших солдат? А здесь что? Узнаешь, не поверишь. А поверишь, спать не будешь. Но если мы хотим строить, значит, мы должны уметь и защищать. Я его слышал, этот шепот. Я чувствовал, как все живое покидает меня. Хочу тебя познакомить кое с кем. Вы меня похитили? Ты такая же, как я. Мы рождены друг для друга. Сбежала пациентка НИИ, крайне опасно. Задача – найти и ликвидировать угрозу. Ты же мучаешься? Ищешь ответы, которых нет. Зачем вы учите детей убивать? Выживать. Это моя маленькая армия. Мы иные. Нам нужно использовать свои силы, чтобы построить новый мир. Без войны, без насилия. Я не могу это сделать без тебя. Он тебя использует, очнись. Мы будущее, и ты можешь стать его частью. Иные. Ты согласна? С 25 января. Смотрите сериал на Кинопоиске. Читайте и слушайте книгу в Букмейте.